Происходящее в данный момент на рынке героев труда является ярким примером того беззакония, которое творится. В радиусе 100 метров от опорного пункта милиции находится 6 наливаек, которые торгуют мало того, что без лицензии, еще непонятного качества водкой. И не только водкой. Милиция на это, сколько раз местные жители обращали на это внимание, не принимала во внимание их жалобы. После того, как жители обратились к нам, мы, ознакомившись с ситуацией, решили прекратить эту торговлю. Хочу акцентировать на том, что прекрасно понимаем, что те люди, которые торгуют этим, торгуют не от хорошей жизни. Но, тем не менее, все хотят менять систему, но не хотят начинать с себя. Давайте начнем с себя для того, чтобы впоследствии не будем кормить чиновникам и милиционерам. Тогда это будет самое лучшее. Борьба с коррупцией, а не ожидать от кого-то, что кто-то придет и кто-то изменит. Что я должна говорить? Есть или нет? Да, есть. Да, сколько? Есть. Да, есть. Сколько? Я что, должна посчитать или что? Ну, покажи. Нет, примерно. Я есть. Примерно. Примерно немного. Заметили факт нарушения? Заметили, как они. Уведомление громадян. Ну, короче, не смотри, просто поставь.